Накануне в Слободейском районе перевернулась «Тойота». Это произошло утром 3 марта на дороге Тирасполь-Первомайск. За рулем был 20-летний парень. Очевидцы аварии вызвали ГАИ и скорую помощь. В 7:30 ехал с Тирасполя после смены, тянуло спать. И на минуту закрыл глаза, проспать, я уже лечу. Меня крутило по дороге, как на карусели. Вы в дерево куда-то врезались? Нет, на обочину. Остановились машины, ГАИ, потом приехали скорая, оказали помощь, потом увезли в Днестровск. В больнице обследовали и отпустили домой. У Владислава только ушибы, а вот автомобиль уже не восстановить.